площадку, раздробить препятствия, подготовить фундамент и возвести дом. Все это за несколько минут должны были сделать директора, президенты и официальные представители различных предприятий. Думаете, сложно? Вовсе нет, если в этой работе помогает техника, предоставляемая компанией АСК. Вот так наглядно арендно-сервисная компания представила участникам форума мощь своего парка. Общая стоимость арендного парка, собственного парка арендно-сервисной компании превышает 1 миллион долларов. Кроме того, мы очень много техники привлекаем, техники наших партнеров, для того, чтобы можно было предлагать те самые комплексные решения для потребителя, которые являются наиболее востребованными. Действительно, большой парк техники, оборудование и так называемая аренда под ключ делают компанию АСК привлекательной для сотрудничества. ПФО – это реальный лидер, причем лидер, что очень хорошо, легальный и правильный. То есть бизнес-процессы, документооборот. По совокупности все делают правильно. На форуме, организованном компанией АСК, совместно с компанией «Четро» собралось более 50 крупных организаций, многие из которых уже на собственном примере убедились, что аренда дорогостоящей техники зачастую гораздо выгоднее ее покупки. У них абсолютно уникальная позиция на рынке, поскольку они опираются на российского производителя. И в целом я считаю, что если они будут двигаться так же, как двигаются сейчас, то это перед нами один из будущих лидеров рынка России. Учитывая то, сколько людей сегодня пришло с профильного рынка, представитель строительных компаний, там, средних, крупных, я думаю, что потенциал огромный. Уже вот в течение там, последнего часа два предложения есть о том, чтобы поработать. Увидев расчеты аналитиков, технические возможности компании, ее подход к бизнесу, стать клиентами арендно-сервисной компании решили и многие новые гости форума.